помогают гражданам стражи порядка не только на своих постах и улицах города, но и здесь, на Щелковской станции переливания крови. Ведь сдав свою кровь, можно реально спасти чью-то жизнь. С половины девятого утра в здании наблюдалась большая очередь. Каждый из прибывших спешил внести свой вклад в спасение чьей-то жизни. И сотрудники полиции не исключение. Они регулярные гости на станции переливания крови. Все желающие, которые хотели прийти, ну, около 25 человек должно быть. Пользу приносит, конечно, нужное дело делаем. К слову сказать, и сами сотрудники станции также исправно сдают кровь. Многие из них почетные доноры России. Раз в два месяца сдаем кровь. И сотрудники наши многие сдают, и плазму сдают, и тромбоциты сдают. То есть здесь мы не отрываемся от, в общем-то, донорских своих функций. Перед процедурой врачи-терапевты проверяют у потенциальных доноров основные показатели, а после предлагают подкрепиться соком и печеньем. Каждый зарегистрированный донор получает специальную донорскую книжку, и в дальнейшем он может вести учет посещений станций. Регулярная сдача крови – это профилактика многих болезней. Также донорство помогает избежать риска возникновения сердечно-сосудистых патологий, способствует продлению молодости, уверены врачи. Не стоит забывать и про психологический фактор. Для себя нужно открывать, не только для кого-то. Здоровье тоже свое надо беречь. Ну, кому-то может помочь, кому-то и жизнь спасти. Для того, чтобы вступить в донорские ряды, есть ряд условий. Возраст от 18 до 60 лет, крепкое здоровье, отсутствие хронических заболеваний. Быть донором – решение добровольное. Однако, если ваши показатели соответствуют всем нормам и у вас есть огромное желание помочь людям, оказавшимся в критическом состоянии, следует обратиться на Щелковскую станцию переливания крови. Ну а в день донора сдали кровь 39 человек, из них 21 – сотрудники полиции. Общими усилиями собрали более 47 литров цельной крови. Лилия Дворецкая, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».